Здравствуйте, меня зовут Екатерина Буранова, и мы продолжаем серию прямых эфиров. Сегодня мы поговорим о поступлении в Казанский федеральный университет, именно в Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Напоминаю, что мы выходим в прямом эфире на телеканале Универ ТВ и в официальной группе КФУ ВКонтакте, где вы уже конкретно можете задавать вопросы. Я представляю наших гостей. Сегодня к нам пришли Андрей Анатольевич Терехин. Здравствуйте, заместитель директора по практикам и взаимодействию с работодателями. Также Ирина Александровна Бабайкина, ведущая специалист по профориентационной работе Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Добрый день. И Ранель Галеев, студент 4-го курса Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Прежде чем перейдем к вопросам, все-таки вступительное слово вам передам. Спасибо. Дорогие друзья, ребята, которые к нам присоединились. То, что я вам сейчас расскажу немножко о профессии геолога и о нашем институте, я считаю весьма ответственным, потому что вы стоите на пороге выбора профессии. Вы определяетесь в жизни, куда пойти учиться, кем стать и чем дальше заниматься, ну, возможно, всю вашу жизнь. Поэтому мне кажется, что к этому вопросу нужно отнестись ответственно, как вам, так, разумеется, и мне, потому что очень важно, что я вам сейчас расскажу. Так вот, выбирая профессию, на мой взгляд, самое важное – это смотреть, насколько она будет востребована в дальнейшем, насколько ёмок рынок труда по этой профессии, то есть чем вы будете заниматься завтра, если сегодня получите образование, допустим, геологическое. Вот. Здесь у нас все в порядке, я сейчас об этом вам расскажу. Вы знаете об этом чуть меньше, потому что у вас есть физика, химия в школе, математика есть, там, география есть, биология есть, а вот геологии у вас нет. И рассказать в школе вам, к сожалению, большому об этом некому. Мы этот пробел сейчас постараемся заполнить. Так вот, профессия геолога, она в первую очередь, конечно же, связана с развитием материально-технической ресурсной сырьевой базы в любом государстве. Вот. В России мы обладаем очень большими запасами полезных ископаемых, геологических ресурсов, и работы здесь хватит еще уж совершенно точно не на одно поколение геологов, геологов-исследователей, геологов-нефтяников. Это весьма ответственная работа, потому что развитие человечества, развитие любой цивилизации, а тем более индустриальной, зависит от того, насколько она обладает ресурсной базой. И в первую очередь сырьевой, минерально-сырьевой ресурсной базой. Мы очень часто говорим о нефти и газе. Но, понимаете ли, дело в том, что это еще не все полезные ископаемые. Есть руды цветных металлов, черных металлов, есть полезные ископаемые, обыкновенный песок, камень, который мы используем в строительстве, глина. Вот, твердые полезные ископаемые, из которых мы черпаем сырье для химической промышленности, тяжелой промышленности. И это тоже все нужно добывать. Конечно же, углеводороды, так мы называем нефть и газ, это весьма важные ресурсы с точки зрения нашей энергобезопасности. Поэтому, конечно, они сейчас поставлены во главу угла. И здесь разработка вот углеводородов в нашей стране будет вестись еще не одно десятилетие. По крайней мере, ваш на карьерный трек вот, жизненный, это работы вы будете обеспечены в этом направлении. Запасы углеводородов у нас на текущий момент велики и хватит на несколько десятилетий. И в ближайшее время нефть и газ, как сырье для получения энергии человечеством, вряд ли что-то полноценно сможет заменить. Поэтому с этой точки зрения все в порядке, мы живем, работаем и развиваемся. Но профессия геолога, она очень широкая. Вот, скажем, если вы выберете какую-нибудь другую профессию, у вас будет, скажем так, ну, я сейчас не буду вот, акцентировать, какая это профессия, просто скажу, ну, для примера все-таки выберу, ну, профессию, скажем, вы выбираете геодезиста, да, вот. Хорошая профессия, она нужна, то есть это дороги строятся, дома строятся, геодезия нам нужна, конечно же, вот. Но вы будете заниматься примерно изо дня в день одним и тем же, то есть вот исследованием, обработкой, измерениями, обработкой. Это неплохо, это все нужно, но о профессии геолога. Вот она настолько широка, что может быть интересна широкому кругу людей. Скажем,
вы хотите ездить в экспедиции и пропадать там весь сезон. Сезон – это лето. Вот зимой там тяжело ездить достаточно. Как правило, геологи ездят все-таки весной, летом и осенью. Пожалуйста, есть геологи, полевые геологи, геологи-поисковики, которые ездят в экспедиции, в маршруты, живут в палатках месяцами и возвращаются только зимовать и обрабатывать свой материал вот уже в городские условия. Возьмем другой край. Вы думаете, какой кошмар, тая, тайга, комары, палатки, нам это не надо. Вы знаете, но если вы хотите при этом стать геологом, проблем нет. Пожалуйста, есть у нас также нефть и газ. Добыча нефти и газа происходит, как правило, в специальных подразделениях. Там есть геологические службы, где вы можете работать геологом-нефтяником. Вот чуть позже с нами сегодня на встрече присутствует наш студент 4-го курса Галия Франель. Вот он сейчас выпускается, заканчивает последний курс бакалавриата по специальности геологии нефти и газа, по профилю нефти и газа. Вот, соответственно, он, наверное, уже имеет определенное представление. Вот я не наверное, а уверен, что он имеет определенное представление о будущей профессии, о будущей работе. И он вам об этом также расскажет, поделится опытом прохождения практики. Но работая, скажем, в разработке добычи нефти и газа, вы можете работать в геологической службе. Это напоминает обычный офис, где вы ходите на работу, работаете с 8 до 5 и вечером возвращаетесь домой. Причем занимаясь достаточно интересными вещами. То есть вы занимаетесь, скажем, историей разработки нефтяных, газовых месторождений, изучаете их состав, структуру, как они живут, узнаете. Вот. Есть между этими двумя гранями, которые я сейчас рассказал, есть и серединка. Вы можете стать, допустим, инженером, гидрогеологом, искать водные ресурсы. Вода – это, к слову говоря, очень даже важная у нас полезная ископаемая. Это возобновляемый ресурс, но, конечно, возможности по его возобновлению у нас на планете ограничены, и мы этим все озабочены, потому что, скажем, пока мы не испытываем недостатка в воде на нашей территории, вот, скажем, в центральной части, европейской части России, но не везде так, об этом тоже стоит задуматься, вода – ценный минеральный ресурс. Вот. Или, скажем, инженером по геологии, то есть по инженерной геологии, заниматься изучением свойств грунтов перед строительством любых объектов. Ну, разумеется, скажем, дом, в котором вы живете сейчас, скажем, здание вашей школы, оно построено не просто так. Сначала на этом месте проведены инженерами-геологами соответствующие исследования, какие там грунты, насколько нужно делать крепкий фундамент, насколько вбивать сваи нужно глубоко. То есть это все исследовано. Вот. И опять-таки этих специалистов готовят в Институте геологии и нефтегазовых технологий. То есть здесь вы можете выбрать как работу в городе с обычной среднестатистической жизнью городского человека, так и работу, наполненную и жизнь, наполненную романтикой, связанной с экспедициями, с поездкой вот в поля, как мы говорим. Вот. То есть, поэтому я говорю, что профессия геолога не только нужна, но она еще интересна и многогранна. Если говорить о том, кого мы готовим в Институте геологии и нефтегазовых технологий Казанского федерального университета, то направлений у нас два. Это геология и нефтегазовое дело. Причем геология, направление геологии, имеет четыре профиля. Первый профиль – это поисковая геология. Поисковая геология – это как раз вот на ней учатся ребята, которые потом будут полевыми геологами, ездить в маршруты, в экспедиции, строить карты местности, описывать разрезы геологические, вот, обнажения различного рода геологические. Вот. А следующий профиль – геофизики. Геофизика. Этот профиль подразумевает то, что ребята, которые закончат по нему обучение, они будут использовать физические законы для поиска месторождений полезных ископаемых. Будут использовать возможности электрического поля, магнитного поля, гравитационного поля, поля акустических волн. Дальше есть профиль, который называется гидрогеология, инженерная геология. О нем мы немножко говорили. Это как раз вот, исследование грунтов, это как раз поиск месторождений полезных питьевых вод, грунтовых вод. И еще один профиль – это геология нефти и газа. Это геологи-нефтяники, которые занимаются изучением нефтегазовых месторождений. Ну, или, по-другому говоря, месторождений нефти и газа.
а направление, целое большое направление нефтегазовое дело занимается разработкой и эксплуатацией месторождений углеводородов. Как вы, наверное, заметили, это очень близко к направлению геологии, профиль геологии нефти и газа. Вот. Само по себе направление нефтегазовое дело и профиль геологии нефти и газа, они очень близки. Там есть одна небольшая такая разница в той части, что если геологи-нефтяники больше исследуют месторождения, то те ребята, которые заканчивают нефтегазовое дело, скажем, больше направлены на разработку месторождений, больше знают аппаратуру, больше знают оборудование. Но в целом старт карьеры у них происходит в одних и тех же компаниях и даже на одних и тех же рабочих должностях. Вот кого готовят в Институте геологии и нефтегазовых технологий. Наши выпускники работают в России, работают по всему миру. То есть у нас такая большая геологическая семья, где мы время от времени собираемся, обсуждаем на профессиональных площадках различные темы. Вот, в рамках геологии, ну, не только геологии, в рамках вообще развития молодых специалистов. Вот, у нас с этой точки зрения достаточно такое давнее и с опытом, с традициями такое геологическое сообщество, вот, которое поможет вам также развиваться в дальнейшем в жизни. Кроме того, мне бы хотелось обратить внимание на слайд, который находится за нами. Там показана наша группа ВКонтакте и телефон, по которому вы можете задавать вопросы даже после этого эфира. Вот, с помощью мессенджеров WhatsApp и Telegram. И также призываю вас, если вам интересно, с нами взаимодействовать, вступать в группу ВКонтакте и получать информацию еще и оттуда. Буду рад ответить на ваши вопросы. Спасибо большое. Мы обо всем поговорим чуть более подробно, отвечая, наверное, на вопросы. Если вы не против, приступим. Все? Пожалуйста. Тогда первый вопрос. Какой средний балл нужно набрать для прохождения вот на бюджет? Хороший, правильный вопрос относительно среднего балла именно прохождения на бюджет. Вопрос очень правильно поставлен, что здесь средний балл. То есть не минимальный балл, а именно средний. Ответ состоит из двух частей. Вот, я, как всегда, отвечая на этот вопрос, обращаю внимание. Вот я сейчас озвучу цифру, я ее скажу. Но это не та цифра, которая обязательно будет летом. Это ориентировочные примерные цифры. Направление геология – это порядка 210-215 баллов, нефтегазовое дело – порядка 225 баллов. Вот средний проходной балл такой, если судить, скажем, на основании статистических данных по трем последним годам. Однако тот балл, который будет летом, он кардинально от этого балла, конечно, отличаться не будет. Однако будут коррективы. За чего это зависит? От того, как хорошо школьники Российской Федерации сдадут единый государственный экзамен и сколько заявлений подадут в Институт геологии и нефтегазовых технологий. Вот от этого будет зависеть средний балл. Но ориентироваться на средний балл, вот геология где-то 210, а нефтегазовое дело 225, вот так вот по опыту приема последних трех лет, наверное, можно. Спасибо большое. А за какие индивидуальные достижения дают дополнительные баллы вот именно в вашем институте? Абитуриенты, которые собираются поступать в Казанский федеральный университет, могут получить дополнительные баллы к результатам ЕГЭ. И здесь список стандартный, то есть у нас в институте особых баллов нет, то есть у нас правила приема общие. Во-первых, самые главные, я расскажу. Самые главные – это участие в олимпиадах и конференциях. У нас в университете есть предметные олимпиады межрегиональные, в том числе и по геологии. Вот участники этой олимпиады, которые в этом году из числа 11 классов были победителями, они получат плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ. Призеры плюс 3 балла к результатам ЕГЭ. Также у нас есть секция по геологии в рамках Всероссийской олимпиады школьников имени Николая Ивановича Лобачевского. И вот победители этой секции также получат плюс 5 баллов к результатам ЕГЭ, а призеры плюс 3 балла к результатам ЕГЭ. Также дополнительные баллы можно получить за значок ГТО, это плюс 2 балла, золотой значок серебряный, это значит получается плюс 1 балл. Вот. Это основные, значит, дополнительные баллы, которые выдаются к результатам ЕГЭ. Хорошо, тогда поговорим про отделение. Вопрос про заочное. Есть ли оно у вас?
И что можете про него в целом как-то рассказать? Про заочное отделение, заочное направление у нас в этом году открыто впервые. Вот, и оно в основном ориентировано на выпускников колледжей и техникумов, близким по специальности, ну, по крайней мере, ориентировано на научно-технические специальности. Есть такое отделение, там 25 мест, они все внебюджетные. Хорошо. Дальше вопрос. Какие программы есть в вашем институте на магистратуре? Вот про бакалавриат мы поговорили немного. Да, конечно же. У нас есть магистерские программы, которые продолжают все направления бакалавриата. И кроме этого, есть дополнительные магистерские программы, которые созданы с учетом потребности современного рынка труда. Ну, соответственно, у нас есть программы по геофизике, программы по геологии нефти и газа, есть программы по разработке и эксплуатации трудноизвлекаемых углеводородов, есть особая программа Petroleum Engineering, программа двойных дипломов. Есть программа, которая называется «Интегрированное моделирование», и есть программа «Комплексный анализ данных в нефтегазовой геологии». Кроме этого, существует программа по стратиграфии, это также программа двойных дипломов, и еще несколько вот таких вот актуальных программ, их пару десятков, все их перечислять долго, вот, но... Очень важно, если сейчас нас слушают бакалавры, которые собираются идти в магистратуру, то здесь совет такой: магистратуру идти надо. Это несомненно. Это вот вторая ступень высшего образования, вот, которая позволит вам развиваться в профессии более успешно. Как с профессиональной точки зрения, опираясь на накопленную базу знаний, так и с административной точки зрения, опираясь на профстандарты, вы можете строить успешнее и быстрее вашу вот карьерную траекторию, расти по карьерной лестнице быстрее, чем бакалавры, ну и выше. Там в профстандарты, как правило, определено потолок занимаемых должностей для тех, кто имеет образование бакалавриат, и тех, кто имеет образование уже магистранта, диплом. Однако, еще одним важным преимуществом магистратуры мы видим в институте то, что у нас студенты могут параллельно, причем это в бакалавриате может быть, и в магистратуре это уже даже более востребовано, учиться и работать по профессии. У нас в институте реализуется много целевых программ и грантов. Вот, мы выиграли грант на создание научного центра мирового уровня. Сейчас этот центр реализуется, создается. Также мы участвуем в федеральной программе и выиграли грант по программе «Приоритет-2030». Там создается новая лаборатория, исследуются новые тематики. И студенты во всю эту жизнь погружены. Они могут, инициативные студенты, принимать в этом участие. И здесь мне бы хотелось передать слово Ранелю, чтобы он вот подробнее немножко об этом рассказал, именно как видится это глазами студента. Да, Андрей Анатольевич, спасибо за вводные слова. Меня зовут Ранель, еще раз хотел представиться. Я, получается, учусь на 4-м курсе, заканчиваю его. И, как Андрей Анатольевич сказал, у нас дисциплина геология очень комплексная. И поступая на геологическое направление, вы можете выбирать ответвление от него уже по вашему, так сказать, нраву, как вам нравится. С первого курса я начал работать в научных лабораториях, как Андрей Анатольевич сказал. Сейчас у нас реализован научный центр мирового уровня, где мы работаем с коллегами, с ребятами, со студентами в лабораториях, реализуем реальные коммерческие проекты с нефтяными компаниями, которые потом, соответственно, переманивают или предлагают ту или иную работу, трудоустраивают студентов, что также является большим плюсом поступления в Институт геологии и нефтегазовых технологий. Если, Андрей Анатольевич, есть что-то добавить к этому, то или обсудить? Да, вот, во-первых, и
Ранель является примером такого вот целеустремленного студента, который, Ранель, со второго курса практически работает в лаборатории. Да. Он выступал не только на конференциях, которые в ВУЗе организуются, но и также на конференции молодых специалистов вот, нефтегазовых компаний. И вообще говоря, вот и работа студенческая такая наука в ВУЗе, она помогает вам, магистрантам, продвигаться дальше и устраиваться на работу, то есть уже что бесшовно, то есть переходить от обучения к работе бесшовно. Вы понимаете уже, что от вас будет требоваться на рабочем месте и быть к этому полностью готовы, а не только иметь какое-то вот такое представление. И как раз магистерские программы в Институте геологии и нефтегазовых технологий этому способствуют, они на это нацелены. Спасибо большое за открытый ответ. Как раз, раз мы затронули тему практики, давайте поговорим немного более подробно про это. Расскажите, пожалуйста, про летнюю практику у студентов, ну или в целом практику, которую они проходят на протяжении всего обучения. Это вопрос не только интересный, он непосредственно мой. То есть я этим много занимаюсь, как понятно, да, из вот, блока моих функциональных обязанностей. Действительно, практики у нас очень интересные. Даже студенты нефтегазового дела, которые в дальнейшем, возможно, никогда не поедут в полевую экспедицию, на первом курсе проходят недельную полевую практику по геологии. А вот студенты управления геологии проходят практику длиною в месяц. Много ли это мало? Ну, это, конечно, немного, но это очень интересная, насыщенная практика. Даже вот почему могу сказать, через 10-15 лет приходят ребята, которые вот учились, наши выпускники, и вот эта практика настолько ярко им запоминается, что они ее вспоминают, пересказывают, делятся эмоциями. Да что там, у нас вот прошлым летом была встреча выпускников, которые закончили, страшно подумать, 50 лет назад, представляете? И они еще помнят свою первую полевую практику, насколько вот это все интересно, эмоционально. Вот. Ну, это действительно учебные практики. На первом, втором курсе у нас в институте проходят практики учебные. В рамках этих практик, ребята, все группы проходят, вот описывают геологические обнажения, знакомятся с формами рельефа, различными экзогенными процессами, ну, там, карст, оползни, вот, оврагообразование. Это вот азы вот такой вот именно профессии геолога. А дальше практики становятся профильными. Если кто выбрал нефтяную отрасль, это практики, которые мы реализуем совместно с нефтяными компаниями. Мы очень признали компании «Татнефть», которые принимают наших студентов на учебную практику, показывают свои объекты, вот, инфраструктуру, для того, чтобы у ребят было уже осознанное представление, более полное представление о будущей профессии. После, соответственно, гидрогеологи проходят гидрологическую практику в пределах Казани. Вот, студенты, поисковики, так мы их называем, полевые геологи, они ездят на геолого-минералогическую практику на Урал. Вот, самая, наверное, дальняя вот такая вот практика. Геофизики, они проходят практику тоже в Казанском таком геологическом районе, вот, отрабатывают навыки использования геофизических приборов. Это полевые практики. Они вот, как я уже вначале немножко сказал, они проходят действительно интересно. Вот. Это еще не только практика, но и время для студенческой жизни, общения. Далее начинаются производственные практики. Это уже приближено к работе по профессии. После третьего курса бакалавры в течение 2 месяцев проходят производственную практику в различных производственных компаниях. Практически география там очень обширная, это вся наша страна. Начиная вот от Кольского полуострова, заканчивая Камчаткой. Вот, представляете, вот, вот на всей этой территории наш студент проходит практику. Ну, для нефтяников это компания «Татнефть», компания «Роснефть», «Сургутнефтегаз», компания «Лукойл», с которым мы сотрудничаем в этой части на системной основе, ну и не только в части организации производственных практик, но и в части содействия трудоустройства наших выпускников. Геологи, поисковики — это компании «Алроса», это холдинг «Росгеология». Вот, они проходят практику, скажем, в этих компаниях. Гидрогеологи и инженеры-геологи, они проходят практику в компаниях немножко поменьше. Одна из крупных компаний — это ГИДЭК, вот такая вот большая федеральная компания. Вот, и, скажем, компании на территории Татарстана, Самарской области, вот, скажем, Москвы даже бывает.
проходят практику в более мелких гидрологических компаниях. Здесь это такая вот особенность рынка, что здесь крупных холдингов у гидрогеологов, инженер-геологов нет. Здесь компании-работодатели, они немножко поменьше. То есть здесь таких вот громадных корпораций, больших корпораций, ну, как вот Роснефть, там Сургутнефтегаз, вот по этому направлению нет. Ну, это вот своя такая специфика. Это что касается производственной практики. Ну и, конечно, после защиты диплома, бакалавра или магистерской диссертации наши студенты имеют возможность пройти собеседование. Вот сейчас уже наступает лето, объявлены даты собеседований в крупных нефтяных компаниях, в Лукойле вот, уже известны даты, в Роснефти даты известны. Когда будут собеседовать наших выпускников для того, чтобы они могли после учебы трудоустроиться. Так что вот все вопросы практики трудоустройства у нас сопровождаются. Спасибо. Как раз про трудоустройство. Помогает ли ВУЗ с трудоустройством после окончания обучения конкретно? Ага, я уже начал на этот вопрос отвечать. Да, и когда школьники спрашивают меня о трудоустройстве, я говорю, что у нас 100% трудоустройство. Вот, естественно, вы же понимаете, что 100% трудоустройства – это цифра такая труднодостижимая. Здесь я поправлю следующим образом. На текущий момент ситуация обстоит следующим образом. Для тех наших выпускников, кто заканчивает обучение с хорошими результатами, ну, скажем так, имеет свой аттестат со средним баллом 4,0 и выше, и хочет устроиться работать по профессии, проблем с трудоустройством на рынке труда нет. И мы выстраиваем связи с производственными компаниями, которые помогают эту возможность реализовать. Но если есть, скажем, вопросы к тому, что позиционировать себя, быть нефтяником и работать в Казани, вот здесь могут, конечно, возникать какие-то вопросы, потому что надо понимать, получив профессию геолога-нефтяника, ваша судьба будет связана либо с нефтедобычей, либо с добычей других каких-то крупных полезных ископаемых, и локация ваша будет приурочена, конечно, вот к определенному месту. Это, конечно, могут быть крупные города, это и Казань может быть в том числе. В Казани есть подразделение компании «Татнефть», но, естественно, емкость в плане кадров их ограничена. Москва, Санкт-Петербург – это прекрасные города Западной Сибири, это города, это молодежные города. Вот, скажем, взять компанию «Лукойл», вот, это Когалым, Урай, Лангепас. Это небольшие, компактные, современные города, где живет молодежь. Это не так далеко отсюда, и это достаточно, скажем так, обустроенные города с хорошей инфраструктурой, с хорошей вот материальной поддержкой. И, собственно, ну, бояться такой релокации совершенно не нужно, потому что именно с крупными ведущими компаниями отрасли, вот, нефтегазовой отрасли, рынка, вот, можно очень быстро построить хорошую траекторию, хороший карьерный трек и стать успешным человеком. Большое спасибо. Давайте немного вернемся к магистратуре. Расскажите, пожалуйста, поподробнее об экзаменах для тех, кто хочет поступить как раз в магистратуру. В магистратуру экзамены проходят в августе, подача документов, соответственно, с июня экзамены проходят в августе, и это тестирование. Тестирование, соответственно, там порог отсечения 40 баллов, вот кто набирает 40 баллов, тот, соответственно, проходит конкурс, значит, по направлению, по поступлению в магистратуру. Но это общая информация. Если говорить о каждой программе, то если был вопрос сейчас задан, вы конкретизируете программу, я вам скажу более конкретно. Но самое важное вам знать, что программы вступительных испытаний в магистратуру, они находятся на сайте приемной комиссии admission.kpfu.ru. Вот на этом сайте есть список тем, которые используются для составления тестов, которые вы пишете в магистратуру. А если у вас... Я решил добавить, что экзамен магистратуры совершенно бояться не надо, потому что экзамены, вот эти тесты при поступлении в магистратуру, они опираются на программу бакалавриата, и ничего там нет вне рамки этой программы. То есть это, вот бояться этого не нужно совершенно.
Здравствуйте. Я хотела спросить про бюджетные места. Есть ли они конкретно вот на магистратуре уже? Да, конечно же. У нас есть бюджетные места как на бакалавриат. У нас, значит, 100 бюджетных мест по направлению геология, 58 бюджетных мест по нефтегазовому делу, и порядка там 70, чуть больше 70 мест у нас еще, и 70 мест по направлению геологии есть для магистрантов бюджетных. Исходя из общей численности нашего института, потребностей рынка, то есть я считаю, что у нас достаточно хорошее такое вот количество бюджетных мест, и мы вас приглашаем обучаться с нами. И я даже говорю больше: обучаться, жить, развиваться, и такой вот лозунг есть: строить будущее вместе с нами. Как раз про что-то больше, чем занимаются студенты в внеурочное время у вас? У них очень много занятий, чем они занимаются в неурочное время, и мы очень радуемся, что это не мешает им учиться в основном. Вот. Бывают, конечно, и другие случаи, но это большая редкость. Вот. А так, конечно, мы думаем, что студенты должны быть многогранными личностями, развиты во всех отношениях, и в учебе, и в науке, и во внеучебной деятельности. Сегодня вот присутствует с нами Ирина Александровна, которая вот может это еще лучше прокомментировать, ответ на эти вопросы. Пожалуйста, Ирина Александровна. Внеучебная деятельность в институте очень хорошо развита. И хочу сказать, ребята наши в основном проживают в деревне Универсиады и также в общежитиях студенческого городка, где инфраструктура способствует этому. В деревне Универсиады очень хорошие спортивные площадки, так скажем, и поблизости деревни Универсиады также есть буревестник, плавательный комплекс, дальше, значит, теннисный этот корт, дальше также есть центр бадминтона, теннисный центр, и в данном случае ребята занимаются и спортом, и творчеством. На территории деревни Универсиады очень много проходят также мероприятий, приуроченных, например, также иностранцам. Могу привести мозаику народов мира, где очень много ребят участвуют, несколько этапов проходят. Это и интеллектуальные игры, что, где, когда, квиз, своя игра. Это спортивные мероприятия, это также национальные игры. И следующий этап этого конкурса, мероприятия, также «Кухня народов мира», где ребята свои таланты показывают по изготовлению своих национальных блюд, по представлению их. И в конце проводится гала-концерт в Униксе очень масштабно, очень широко, где участвуют не только иностранные студенты, но и также российские, потому что ребята живут очень дружно в общежитиях, проводится очень много мероприятий. Также хочу сказать, на территории деревни Универсиады и общежитиях студенческого городка проходят конкурсы общежитий на лучшую комнату, на лучший студенческий совет, на лучшего культорга, спортивного организатора, председателя студенческого совета и так далее. На лучшего первокурсника даже. И эти мероприятия, они проходят очень широко, очень масштабно, где принимают участие более 5000, так скажем, иногородних студентов. Также проходят другие мероприятия, День здоровья, вот, например, весной, в течение, скажем, полудня, после занятий ребята проводят различные мероприятия, где-то на площадке волейбольной, кто-то на баскетбольной площадке, где-то мини-футбол играют, подтягивание
гири, перетягивание каната и так далее. То есть все мероприятия очень интересные, привлекательные, ребята очень хорошо участвуют. И хочется сказать, что внутри института тоже проводим мы очень много мероприятий, привлекаем даже абитуриентов наших. Есть у нас клуб юного геолога. Еженедельно ребята также проводят занятия в онлайн-платформе. И в 15:30 проходит подготовка у нас также к олимпиадным заданиям. Проводим мы чемпионаты по решению геологических кейсов. Проводим также олимпиады. Андрей Анатольевич вот поддержит, скажет про это. И хочется сказать, что студенческая жизнь в нашем институте, она кипит и бурлит, и мы будем рады видеть всех, кто придет к нам. Большое спасибо, не могу не согласиться. И что немаловажно, вот вы знаете, ребята, вот эта вот самоорганизация, вот этой вот внеучебной студенческой жизни, даже положительной, она великолепно проходит прямо вот на первом курсе. То есть люди друг друга находят, кто, скажем, кто поет, кто танцует, а кто фотографирует. Вот они как-то объединяются в сообщество. Вот эта самоорганизация, вот она очень, как вот я замечаю, общаясь с первым курсом, она очень высока. Вот, именно вот я не знаю, как в других вузах, институтах, вот у нас вот именно так. Действительно, в КФУ очень активная, интересная внеурочная деятельность. И давайте тогда под конец, завершая вопросы, когда начинается прием документов и где, если что, вне этого эфира можно искать информацию? Еще раз проговорим. Спасибо. Это отличнейший вопрос. 20 июня начинается прием документов. Вот, и, конечно же, все правила приема – это очень-очень многостраничный документ. И у каждого есть... Ну, несмотря на то, что конкурс осуществляется по результатам ЕГЭ, вот об этом сегодня никто не спросил, все, видимо, уже знают, что русский, физику, математику надо сдавать в Институт геологии и нефтегазовых технологий. Вот. Но, тем не менее, у кого-то есть там значок ГТО, у кого-то есть участие в Олимпиаде. Дело в том, что дополнительные баллы к результатам ЕГЭ, ведь они могут быть еще и учтены не только наших Олимпиад, но и которые входят в перечень Министерства просвещения. То есть входят от Олимпиад, не входят. Вот. Вы знаете, есть много вопросов, которые в рамках не только одного прямого эфира, в рамках даже встречи очной, может быть, не разобрать. Поэтому очень важно знать, где можно получить актуальную информацию. Так вот, значит, с началом 20 июня мы определились, все. Вот, а где получать еще информацию? Еще раз обращаю внимание на телефон сзади, на слайде. По этому телефону можно написать вопрос в Телеграме, в WhatsApp. Это вот телефон для мессенджеров. И также следить за объявлениями и задавать вопросы через нашу группу ВКонтакте. И кроме этого, у нас есть еще, соответственно, сайт, его легко запомнить, abiturient.kpfu.ru. Это социальная сеть «Буду студентом» Казанского федерального университета. Вот этот сайт легко запомнить, и оттуда есть прямая отсылка к приемной комиссии. Соответственно, на все адреса приемной комиссии можно обращаться, чтобы получить ответ на свой вопрос. Однако я обращаю ваше внимание, что вот сейчас есть номера, которые на слайде, есть сайт, официальный сайт Казанского федерального университета, abiturient.kpfu.ru, где можно задавать вопросы. И я прошу задавать вопросы только вот именно на эти официальные источники, ну и пользоваться этими официальными источниками информации. Если есть вопросы, пожалуйста, пишите, мы будем рады на них ответить. Естественно, есть какой-то временной лаг, если вопрос относительно требует, скажем, какой-то обработки, вот, ну, в течение где-то суток, я надеюсь, вы всегда получите от нас ответ на ваш вопрос.
Ну, спасибо, наверное, хочется сказать к тем, кто был на другой стороне, но мы сейчас не видим, но чувствуем вот это тепло глаз, вот, что какое-то сообщество, я надеюсь, собралось, которое даже ребята, может быть, и раньше не задумывались, но сейчас захотели узнать о таком направлении, как геология, нефтяная геология, немного больше информации, так что спасибо вам за уделенное время, мы ждем вас в нашей команде. Мы приглашаем не только выпускников нашего института в магистратуру, мы также приглашаем ребят, которые заканчивают институт физики. Они спокойно могут поступить к нам и продолжить учебу в магистратуре. Также институт вычислительной математики и информационных технологий. Также ребят выпускников ИТИСа. В принципе, вот мы приглашаем вас, добро пожаловать в Институт геологии и нефтегазовых технологий. Мы будем рады видеть вас. Ну, а вас я хочу уже поблагодарить за то, что ответили так полно на все наши вопросы и в целом пришли к нам. Ну, а меня зовут Екатерина Буранова. До новых встреч!